Так. Ага. Так, запись у нас пошла. Смотрите. Бинар. Они сократили меню, то есть раньше мы листали, да, чтобы вниз опуститься, теперь это все видно на одном экране. Информационная панель – это то, что мы сейчас видим, какой доход в бинаре за сегодня, за неделю, за месяц, и сколько всего заработано в бинаре. Это я про свой аккаунт, да, говорю. Сортировка позиций, то есть можно двинуть лево-право в ногу с меньшим количеством баллов и в ногу с меньшим количеством партнеров. Лучше оставлять в градацию в ногу с меньшим количеством баллов, так как эта расстановка идет слева направо, сверху вниз, и всегда на вашем верхнем аккаунте есть деньги. У каждого здесь номер позиции. У меня верхний аккаунт 153, и остальные все позиции это тоже мои. Структура слева 24, структура справа 20. Это аккаунтов, это не человек. Всего в бинаре 44 аккаунта куплено. В позиции всего в бинаре в компании куплено 482 аккаунта. Это 482 кружочка. Пакет сейчас моего верхнего аккаунта 250 долларов. И доход в этой позиции составляет 208 долларов. Градация у меня выставлена в ногу с меньшим количеством баллов. Мой логин, как меня зовут, да, и на уровень вверх мне не подняться, потому что выше я себя не вижу. А все, что ниже меня, я могу это лицезреть и наблюдать. Управление позициями. Вот это и есть градация пакетов по апгрейдам в бинаре. То есть 4 нижних аккаунта у меня по 100. Три верхних у меня по 250, и здесь сумма в графе зарезервирована, это сколько денег у меня уже заработано и отложено на покупку следующего пакета выше. Сколько количество баллов у меня слева, какое количество у меня баллов справа. То есть любое количество баллов, да, равно долларам. То есть один CV равен 1 доллару. И какой аккаунт принес мне доход? То есть верхний аккаунт мне принес 208 долларов доход. Следующий, второй, третий по 51. Четвертый 39. И седьмой 16 долларов. Как происходит апгрейд? Выбирайте любой пакет, который вы хотите поднять по цене. Нажимаете апгрейд. Да, что-то синенькое выскочило. Вот. Аккаунт номер 153. Это номер бинарной позиции. Зарезервировано на покупку пакета в цену 500 долларов уже 161 доллар. То есть следующий пакет у меня 500 долларов. Не хватает мне 88 долларов 24 цента. То есть я со своего баланса, который у меня есть в финансах, могу пополнить финансы, нажать на кнопочку «Дополнить апгрейд», и мне система автоматически купит пакет за 500 долларов. При покупке пакета за 500 долларов начисление уже в бинаре идет 75 процентов мне идет на доход, 25 у меня копится на следующий пакет в 1000 долларов. Это все понятно? Да, это понятно. Ну вот смотрите, давайте Далее. вот на 100 долларах я приведу примеры, да, где вот по нолям. Вот здесь вот 0 на апгрейде, пакет на 100 долларов и сколько надо для апгрейда следующего пакета. То есть следующий пакет у меня 250, 0 зарезервировано, да, то есть на моем балансе, чтобы я подняла этот пакет, должно лежать 150 долларов. Как я только произвожу повышение пакета в цене, мой доход будет составлять 50% с этого именно аккаунта. Теперь поехали.
Калькулятор. Мальчики, девочки, калькулятор. Калькулятор работает только при... Расчет идет только при расстановке системы захода людей на пакеты. Без апгрейдов. То есть, когда система автоматически покупает апгрейд, здесь не просчитать. Допустим, вы ставите личных позиций 7. Партнеров в структуре, ну вот, грубо говоря, давайте 10 человек. Вам все видно? Алина, да, видно все, видно. Да, Лен, видно. Партнеров здесь 7, но я так поняла, что они заходят по 100 долларов. Потому что градации по ценовому диапазону здесь нету. Ваш доход будет составлять с учетом апгрейдов 1000. Подождите. Ваш баланс будет составлять 326 долларов и 980 уйдет на апгрейд. Это если 10 человек. Ну, да, где-то так, потому что у меня же тоже там 6, ну, у меня больше доход почему-то. У меня 6 человек в бинаре, из них 5 на семиугольниках. Мои 7, 5 на семиугольниках. И 2 на треугольнике. Так, 749 и 2 на треугольнике. 749 тысяч. А тут без учета апгрейда. У меня с учетом апгрейда как раз вот и вышла эта сумма. Все правильно считает калькулятор. Ага. Так. Угу. То есть вот здесь вот понятно, вы можете играть, то есть ставить или 7 аккаунтов, или 3 аккаунта. А также насколько у вас заходят партнеры, на 7 аккаунтов или на 3 аккаунта. Дубликация в днях – это когда ваши действия повторяют ваши партнеры. И количество партнеров в структуре. Скорее всего, будет еще градация, на какие пакеты заходят партнеры, и будет начисляться другие суммы. Пока здесь расчет идет от 100 долларов при заходе на бинар. Ну, то есть тут, Лен, правильно ведь понимаешь, что если у нас, допустим, верхний аккаунт, включи обратно калькулятор, $1000, где у нас на апгрейд уходит 0%, значит, да. У нас вот вся сумма, которая... Да. Вот тут по центру, она у нас будет в кошельке. Да. Ну, это не учитывая там нижние апгрейды, если там первый же аккаунт у нас быстрее уходит на апгрейд. Да. Ну, при равномерном распределении, да. Если какая-то нога быстрее будет прокачиваться, то тогда другой аккаунт будет у нас. В том же аккаунте те же самые цифры в калькуляторе. Нет, понятно, что в каком-то из... Ну, все понятно. То есть мы смотрим апгрейд и баланс. Да. Если вы заходите действительно на $1000 верхним аккаунтом, то у вас получается весь апгрейд идет вам в доход. Да. Таблица. Таблица начислений – это расчет процентов при бинарных парах. То есть сейчас 482 партнера в бинаре. То есть начисления идут до 511 уровня, до 511 аккаунта 25%. То есть одной бинарной пары начисляется 25% дохода. Если бы вы зашли на $1000, то у вас бы с одной бинарной пары начислялось бы $250. При заходе на 1000 0% резерва, на апгрейд ничего не уходит. При 525 уходит на апгрейд, 250, 50 на 50, 50 идет в кошелек, 50 на апгрейд копится. И при 100 долларов входа у вас 75 идет на апгрейд и 25 идет в доход.
Ну, за счет того, что 75% идет на апгрейд, вы с двух человек уже, у вас верхний аккаунт выходит в 250. То у вас достаточно количества денег, чтобы прокупить следующий пакет. А при покупке следующего пакета деньги автоматически тоже начисляются у каждого на баланс. Какие еще фишечки внедрили? Я не знаю, видели вы это или нет. В Тринаре. Вот я почему-то в компьютере не вижу. Вижу только на... вот. Зарезервировано на апгрейд $90. То есть у меня встал у Наташи Ершова человек. Мне начислилось $6 на баланс с копейками. А $90 зарезервировался. То есть у вас здесь будет отображаться, сколько денег у вас зарезервировано. Как только у меня встает под Женю следующий человек, у меня автоматически происходит реинвест, и система мне покупает второй цикл. Многие, наверное, видели, да, что в кабинете есть лиловые, синенькие и зелененькие. Зелененькие – это когда ваш личник пригласил партнера. То есть это ваша вторая линия. Она отображается зелененьким. Это понятно? Дайте обратную связь. А синие – это переливы? Синие переливы, да. Благодарю. Ну, все, что у тебя синее, это все у тебя переливы. А, ну, просто я по-твоему смотрю сейчас экрану. Я со смартфона, я свой кабинет еще пока не открывала сегодня. Нет, я вообще тебе говорю, это уже давно в этот внедрили. Вот нажимаете на вопросик, и у вас здесь цвета принадлежности аккаунта. То есть ваш личный аккаунт желто-оранжевый такой, фуксия, потом фиолетовый с розовым, это личный партнер, синий с голубым перелив, зеленый, это вот вторая линия, то есть ваш личник пригласил, и заблокированы по тем или иным обстоятельствам. Команда, она теперь тоже отображается по-другому. Мои личные партнеры. Смотрю. Что-то тут себя узнаю. Структура у меня уже 18 человек. Уже 18. 9 личников и структура 18 человек. Бизнес-пакеты, они как были, так и есть. Тут ничего не меняли. Есть новости. Этой вкладочки тоже не было. Новости как раз отображают то, что происходит в кабинете. То есть, если вы не знаете, где чего начать. Вот 25 числа было обновление бинарной платформы. 17 марта настройки подтверждения выплат. 15 марта тоже новый вид модулей обучения. То есть, это все по-другому теперь смотрится. Теперь в кабинете вы привязываете кошелек, и каждый раз его вводить не надо, и он у вас автоматически резервируется за вашим аккаунтом, и деньги автоматически туда все уходят. То есть при поступлении средств сразу на кошелек вывод мгновенный, да? Вот этого я не проверяла, но то, что кошелек каждый раз вводить не надо, скорее всего, да. Ну, также отображается, какой у вас доход. Есть еще вкладочка «Все транзакции», то есть тут видно, когда переводились деньги за начисление, или это внутренний перевод, или вы как-то обменником сработали, то есть это у вас все здесь отображается. Все, не хватало этой вкладочки. А она давно уже, Женя? Да, надо почаще в кабинет заглядывать, тыкать на все подряд. Наверное. Тоже модули стали совсем по-другому теперь. То есть, что в этом модуле есть, открываешь, и он тут же тебе показывает. То есть, если тебе интересно, допустим, часть первое задание ты открываешь, он в облаке нажимаешь, он в облаке открывается, и ты выполняешь это задание. То есть, теперь все по отдельности. Тоже очень удобно. В любом модуле это все есть. Даже новые задания появились.
Вопросы есть какие-нибудь? Вот, я нажала на настройки. Кошелек вы один раз указываете. Если ставите галочку «Автопродление подписки GL Tour», то есть у вас автоматически через год с момента регистрации, если есть деньги на балансе, они автоматически снимутся, и вам прокупится кабинет еще на год. И вывод сейчас денежных средств при помощи Telegram. Это ваша безопасность. Лена, Это что значит просто при бомба. помощи Telegram? То есть на ваш Telegram, вот, где GL Tour, вам приходят ссылки, вам приходит код, вы его подтверждаете и выводите деньги. Это разовый пароль при выводе средств из кабинета. Это безопасность, потому Я что... поняла. А слушай, а если вот, да, мы говорим о том, чтобы мгновенно на кошелек уходила, то есть Это, скорее как всего, мы... будет, но чуть позже. Ну ладно, все поняла. Здесь Благодарю. просто, скорее всего, Женя, не надо будет постоянно подтверждать адвокэш. Как вот раньше, да, чтобы деньги вывести, надо было адвокэш, переходы вот эти вот все. Здесь, Да, скорее да, да. всего, автоматически ты привязываешь свой адвокэш, и все, и больше у тебя голова не болит о том, что надо заходить в кабинет, копировать кошелек и вводить его. То есть здесь уже все сделано. Хорошо. Ну, бинар мне очень нравится, как он сейчас выглядит. Вообще красота, да. Скомпоновали его. Ну, я Не думаю, надо это ничего еще листать. не последняя редакция будет, еще Девчули, дополнение. вы понимаете, что это бомба? Это просто вообще денежная машина. Света Торсукова, я тебя вообще поздравляю с переливом, первым твоим переливом в бинаре. У тебя в левую сторону стала Катя Копинская. Я тебя поздравляю с этим. На этом Катя сайте. сейчас зашла. Катя зашла, проплатила семиугольник. Девочки, вы понимаете, у меня верхний аккаунт на 500, другие аккаунты, уже один еще вышел аккаунт на 250. Вот Катя у меня опять зашла, девочки, у меня 245 долларов сразу же на баланс упало. Я Просто с тебя одного поздравляю. человека 245 долларов. Девочки, это офигеть просто. Разбирайтесь срочно в бинаре, бомбите все сети, рассказывайте об этом. Это вообще просто. Ведь я говорю, вы представьте, вот это у меня еще верхний аккаунт на 500. Следующий человек, грубо говоря, каждый партнер, который будет у меня заходить вниз, мне будет приносить по 300 баксов за одного. Вы представьте, это какие вообще мощные доходы. И вы сейчас можете всю вашу команду, всех вообще не знаю, всем на свете рассказывать об этой машине и сделайте свою структуру, делайте свою команду, потому что вы можете сделать намного больше, чем я, намного больше, чем Лена, намного больше, чем кто другой. У вас своя ветка пойдет, и все, вы от нее поехали. Юля, это пока у тебя сейчас по 300, у тебя на 1000 выйдет верхний аккаунт, у тебя еще больше будет доход. Так Так она я-то про про это это и я пишу. говорит. Я и говорю, что у меня верхний будет на 1000, считаю, у меня уже один получается слева, который, ну второй получается, он уже выходит почти на 500, потом этот на 250, и тут уже один на 200. У меня, короче, два аккаунта по 100 осталось, все остальные на 250 и верхний на 500. И, Ничего а себе. представь, когда у меня выйдут все на 1000, это вообще просто. Лимит. Unlimited. Поэтому, девочки, не сидите, все, пишите про этот бинар. Тринар у вас будет автоматически там строиться, потому что люди в любом случае в него будут заходить, потому что они купят обучение, и в любом случае для того, чтобы им попасть в этот бинар, им нужно проплатить три площадки. А бинар он у вас будет строиться и строиться, все, а тринар автоматически. Вот, все, что я хотела сказать. И не забывайте, девочки, говорить, я люблю деньги, а деньги любят меня. Они приходят ко мне из разных источников, и я с благодарностью их принимаю. Я это все записала и выложу на YouTube. Потому что да, это так работает наша система Турсистем. Ее только надо. Вот у тебя это будет выходить на YouTube, ребята. Меня зовут Юлия Хохлова. Я ко всем вам обращаюсь. Это вот просто денежная машина, наш маркетинг GL Tour System. Это просто вообще вот сумасшедшая машина с деньгами, где капает постоянно, если вы закрутите это колесо. Все welcome к нам в команду Rich and Happy. Ху-ху! Под логин Rich 279.
Так что вот. Есть еще вопросы какие? Ну, давай заканчивай, да выкладывай это на YouTube, и все, мы будем перепосты, я сделаю. Ну, давайте. Ну, все поняли? Вопросы еще есть? Нет вопросов, понятно, все. Угу. Женя, понятно все? Ира? Что, Юля выбила всех из равновесия? Как тут говорить? Да, нет. Лен, слышишь, я говорю тут, а у меня микрофон выключен. Включи опять калькулятор и поставь, допустим, человек там не 10, а человек 50 или 100. И, ну, вот смотри, при 7,5 тысяч аккаунтов, не человек, аккаунтов, при 1000 человек в структуре с небольшим, да, доход составляет 612 тысяч долларов. Супер. 612 тысяч долларов. Да это офигеть, девочки, это ни в одном маркетинге такого не платят, ни в одном вообще сетевом бизнесе. А надо столько продать этого товара, с этими банками набегаться, на вообще, это просто шикардосное просто предложение. Я полностью с тобой согласна, потому что те, кто разбирается в бинаре, тут грех не разобраться. А и самое главное, если вы начнете качать бинар, я говорю, а тренар у вас будет строиться автоматически на пассиве, на полном. Да. Потому что, чтобы попасть в бинар, им по-любому нужно проплатить тренар, в любом случае. И они начнут это обучение проходить, а в бинар они в любом случае попадают. И при условии, что вот этот доход 612 тысяч долларов без апгрейдов. А апгрейды увеличивайте в 2-2,5 раза. Так это $1 миллион с лишним. Потому что когда происходит апгрейд от 100 до 250, со $150 идет начисление. Когда происходит апгрейд от 200 до 200, от 250 до 500, с 250 уже начисляется доход. А с 500 до 1000, с $500 доход. Тут доход в разы больше будет. Это просто чисто доход с захода структуры без апгрейдов. А апгрейд начисляется автоматически. И получается, что здесь доход будет в 2,5 раза больше. Давай, Лен, для тех, кто не совсем понимает бинар, надо еще пару вебинаров провести с расчетами и показать, порисовать. Я как? Теперь знаю тему вебинара на YouTube. Супер. Ладненько, все. Благодарю тебя, Лен. Все понятно? Угу. Все круто. Ну, давайте. Все, запись заканчивается. Давай, Лен, загружай на YouTube, да, и выставляй на стену. Я так скопирую себя.